Довести до 200 число предприятий обрабатывающей промышленности, внедривших цифровые технологии. Такую задачу глава государства поставил перед правительством. Произойти это должно уже к 2025 году. В планах достичь полной автоматизации и роботизации. Важным направлением развития промышленности Казахстана сегодня является расширение применения индустрии 4.0, отметил Касым-Жомарт Токаев. По всей стране реализуются пилотные проекты по оцифровке предприятий. В целом же развитие конкурентоспособности национального бизнеса – ключевая задача для республики, подчеркнул президент Казахстана. Центральным же элементом индустриальной политики государства призвано стать стимулирование экспорта и развитие внутреннего рынка. С 2020 года начнется реализация третьей программы индустриализации. Мы определили курс на развитие экспортоориентированной обрабатывающей промышленности – с максимальным использованием потенциала частного сектора. Реализация третьей пятилетки индустриализации должна учитывать промахи предыдущих пятилеток, создать конкурентную обрабатывающую промышленность и решить следующие задачи. Увеличить экспорт обработанной продукции, технологически усложнить выпускаемую продукцию, создать качественные рабочие места. Касым-Жомарт Токаев наградил лучших товаропроизводителей страны. Имена победителей стали известны на ежегодной премии президента «Алтын Сапа» конкурса выставки «Лучший товар Казахстана». Отметим, в этом году заявки на участие в конкурсе подали порядка 450 организаций.